со времени изобретения первых систем электронной связи в 1830-х годах мир изменился. Еще быстрее развиваются информационные и коммуникационные технологии, ИКТ, преображая мир вокруг нас. В 1998 году ООН предложила начать новый вид глобального диалога по воздействию технологий. Всемирный саммит по вопросам информационного общества, или кратко WIO, дал возможность провести первую открытую дискуссию для всех на высшем уровне Организации Объединенных Наций. Наша задача – собрать всех за одним столом для диалога, так как мы верим, что технологии действительно изменят нашу жизнь к лучшему. Объединенными усилиями мир согласовал обеспечить справедливый доступ к дальнейшему развитию информационно-коммуникационных технологий. За последнее десятилетие на основе этих принципов во всем мире велась деятельность, имеющая целью поставить технологии на службу развитию и содействию инновациям. Сегодня процесс WIO – это ведущийся, открытый для всех глобальный диалог, направленный на полное использование мощи ИКТ для достижения целей в области устойчивого развития. И каждый год Всемирный саммит по вопросам информационного общества предоставляет мировому обществу возможность проанализировать достижения и остающиеся пробелы. Всемирный саммит по вопросам информационного общества остается наиболее открытой, всеобъемлющей и доступной глобальной платформой, где обсуждается то, как технологии меняют и обогащают жизнь всех нас. Информационно-коммуникационные технологии – это ключ к достижению глобального стабильного развития. Давайте добьемся, чтобы ни один человек не остался вне него.